Ганни учитель. Хана и маленькие автобусы болтают на станции. Учитель на один день? Да, он будет присматривать за младшим классом один день. Должен был ехать я, но из-за работы не получится. А значит, это будет один из вас, ребята. А что там надо делать? Общаться с другими машинами и рассказывать им о своей работе. Вы должны объяснить им обязанности автобусов. Ух ты! Это будет весело! Я хочу поехать, пожалуйста! Ехать должен я! Я прирожденный учитель! Нет, вы не сможете. У вас у обоих работа. Это важнее. О, Ганни, что скажешь, а? У тебя ведь выходной. Да, но мне не хватает уверенности. Я не сомневаюсь, что ты сможешь, Ганни. Ты такой старательный. Да, я поеду с тобой, не беспокойся. Похоже, что решено, Ганни. Ты справишься, Ганни. Попробовать стоит. Хорошо, я буду стараться. Отлично, Ганни. Спасибо, Ганни. Ганни будет работать учителем один день вместо Сито. На утро самые разные машины собрались вместе, чтобы провести занятия. Что ж, начнем. Здесь полно прекрасных машин. Не волнуйся, просто будь самим собой. Хорошо. Смотрите, не споткнитесь. Хорошо. А вот и машина полицейского. Глядите, машина полицейского. Дети, сегодня эти машины ваши учителя. Поздоровайтесь. Привет. Привет, дети. Всем привет. Я приеду после занятий. До встречи. Ну что ж, можем начать урок? Да! Тяжеловесы Пока и Макс проведут первый урок. Привет, дети! Мы тяжелый транспорт, трудимся на стройке. Мы покажем вам, как мы работаем. Пока, ты готов? Да, можем начинать. Пожалуйста. Как здорово! Теперь ты, Макс. Да. Ух ты! Он привез весь песок за один раз! Он очень-очень сильный! Мы и правда силачи, верно? Здорово! Не знаю, справлюсь ли я так же хорошо. А вот и второй урок от Пэта и Руки. Привет, ребята! Вы знаете, чем мы занимаемся? Вы ловите злодеев! И вы нашли для нас дом. Да, вы правы. А еще помогаем машинам соблюдать правила, чтобы не попасть в аварию. Ну что, начнем? Эй, Спиди! Да! Он проехал на красный. Едем за ним, Пэт! Эй, красная машина, остановись! О, нет! Это полиция! Ты не остановился на красной. Это опасное нарушение. Мне так жаль. Полицейский поймал злодея. Да? О, полицейский такой крутой. Почему я должен изображать злодея? Вот что, ребята, похлопаем Спиди за отличную игру. Я ничего такого не сделал. Даже Пэт отлично провел урок. Подошла очередь Фрэнка и Элис. Интересно, что за представление они покажут? Нет, это пожар! Ух ты! Не бойтесь, дети! Вот тебе! У нас тут пострадавший! Нужна скорая! Вот моя работа! Помогите пациенту! Хорошо!
Все, она внутри, Элис. Значит, я могу ехать. Все в порядке, я здорова. Элис, скорая помощь отвозит больных и раненых в больницу. Да! Она добрая, она добрая. Ганни, как я сыграла роль? Очень хорошо. А? Что с тобой? Ты болен? Нет, я просто волнуюсь. Из-за чего? Моя работа не такая интересная, как у всех остальных машин. Боюсь, дети будут разочарованы. Ганни, ты правда так думаешь? А? По-моему, то, что мы делаем, полезно для всех нас. Для пожарных, тяжеловесов, для полицейских. И для тебя тоже, Ганни. Мы все равны и одинаково важны. И меня всегда впечатляло твое упорство в работе. Спасибо. А значит, тебе есть чем гордиться. Я верю в тебя, 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 Ганни. А? Смех тебе поможет. Да, теперь я уверен и полон сил. И все благодаря тебе. Да, удачи, Ганни. Приключения Тайо. Ребята, Ганни покажет вам, как работают автобусы. Будьте внимательны. Да! Ганни, ну что, готов? Да! Аккуратно. Вот так. Прошу. Привет, дружок. Мне нужно на следующую остановку. Хорошо. Мы отправляемся. А? Что? Подумаешь проехать остановку. Автобусы такие, они скучные. Фу! О, нет, не может быть. Дети разочарованы. Ганни, мы проехали остановку. Как же так? Что же мне теперь делать? Дам задний ход. Ганни, ехать задом к остановке опасно. Все в порядке, Хана? Вполне. Можешь открыть дверь? Да. Ганни! Нет, что-то не то. Он ничего не умеет. Да ну! Ты что? Открыть дверь, это же легкотня. Ничего, Ганни. О, нет. Что нам делать? Что это? О, нет! Дети могут простудиться. Что же делать? По-моему, то, что мы делаем, полезно для всех нас. Точно! Как плохо. Эй, Хана! Да? Я могу отвезти детей в школу. Да, отличная идея. Скорее, пока не промокли. Спасибо, Ганни. Дети, забирайтесь. Хорошо. Я отвезу вас обратно в детский сад. Спасибо. Поехали, Ганни. Держитесь, мы отправляемся. Пока, Ганни! Пока! Ой, дождь такой сильный, что ничего не видно. Не бойтесь, я включу вам свет. Ух ты, здорово! Все хорошо. Мы будем в школе совсем скоро, дети. К счастью, вскоре дождик закончился.
Ребята, приехали! Спасибо. Ганни, ты очень устал? Нет, нет, все хорошо. Это же моя работа. Ганни! А? Спасибо. Я думаю, что автобусы лучше всех. Я тоже, да, я здорово, тоже. Здорово. О, спасибо. А? Смотрите, радуга. Радуга такая красивая. Вот это да. Эй, Хана. А? А? Знаешь, я так счастлив, что я автобус. Правда? Поработав учителем один день, Ганни стал гордиться тем, что он городской автобус. Озвучено компанией «Лайлок».